Что же можно еще подарить? Книгу! Дарил в прошлом году. Футбольный мяч. Дарил на Новый год. О, набор конструктора! Да Миша уже всю коллекцию собрал. Что же мне делать? Ой, ребята, всем привет! Рад, что вы на канале Поиграйка! Поиграйка! Саш? О, привет, ребята! Саша, ты чего такой грустный? Что случилось? Через 3 дня у моего лучшего друга Миши день рождения. А я не могу подобрать ему классный подарок. У него все есть. Но ерунду дарить не хочется. Мне надо классный подарок, но и не скучный. И интересный. Да, так надо подумать. О, он квесты любит? Квест? А что это такое? Эх, ничего-то ты не знаешь. А между прочим, квесты сейчас очень и очень популярны. Квест – это интерактивная игра, где есть сюжетная линия и интересные задания. Проходя квест, ты не просто играешь в настольную игру, но еще и погружаешься в сюжет. Чувствую себя главным героем истории. Так, звучит интересно. У меня для тебя есть отличный вариант подарка для твоего друга. Это настольная игра квест «Экзопланета» от Бандибон. Давай откроем и посмотрим, что же внутри. Так. В набор входит инструкция для родителей, пазл, трафарет, жетоны, их 3 штуки, карандаши и специальные крутые наклейки. И еще здесь есть диск с инопланетным алфавитом, наклейки со штампиками, письмо для детей, блок для раскопок, межгалактический паспорт и 10 карточек с суперинтересными заданиями. А давай выполним какое-нибудь задание. Давай, например, вот это вот. Так, что же здесь надо сделать? Тут надо... Так, ниже письмо с ответом пришельцев. Чтобы его быстрее прочитать, собери диск для изучения инопланетянского алфавита. А вот и этот диск, мы его уже собрали. Так, давай ты будешь писать, а я буду расшифровывать. Ну, давай. У. Угу. На нас. Поломка. Так, помедленнее, пожалуйста. В. Ко. Корабле. Помогите. Подожди. Угу. Его. Все. Так, а точки не было? Точки не было. Так, давай прочтем, что у нас получилось. Давай. У нас поломка в корабле. Помогите его починить. Да, у нас все получилось. За каждое выполненное задание нам в межгалактический паспорт полагается наклейка со штампиком. Так, давай теперь соберем пазл. Так, вот пазл. Так, а где... Так, карточка не то. А, вот она. Да, это она. Прочитай задание. Задание 6. Теперь ты знаешь, что планета новых друзей называется Вереск.
Чтобы найти, где она находится на галактической карте, собери карту пазл. Оказывается, это не просто пазл, а это карта пазл. Круто, давай скорее собирать. Давай. Давай так, я разложу все кусочки пазла, а ты будешь его собирать. Давай. Так, вот так, переворачиваем. Ты хорошо разбираешься в космосе? Ну, можно сказать, знаю про него. А ты знаешь, где какие планеты находятся рядом? Ну вот смотри, у нас на карточке здесь все нарисовано. У нас здесь почти все собрано. Да, так. Давай начнем с Солнца. Да. Так, ставь. А теперь надо найти. Ну вот это найти. Вот это вот. Там. Там Урий. Окончание Урий. Так, вот Меркурий. Еще нам надо теперь найти такую карточку. Где? Здесь вот звезды. Здесь маленькая планетка. Подожди. Так. Вот она. Нет, это не она. Все. Мы собрали карту. Ого. Смотрите, от Плутона до Вереска лететь 50 световых лет. Мы выполнили еще одно задание, и нам полагается еще одна наклейка со штампом. Выберем с планетой Вереск. Клей, Саш. Этот квест межгалактически крутой. Столько классных заданий. Уверена, это идеальный подарок. Да, моему другу точно понравится. Спасибо, Лера. Ну а нам пришла пора прощаться. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем пока!